Evet, yayınımızın devam edemiz. Misafirler, endi studiyamızga biz bugün bütünlei Kırım Federal Universiteti ve bu universitetin galibeleri hakkında laf etemiz. Şimdi ise sport sahasında olgan galibeler ve basketbol takımı hakkında laf edeceğimiz. Bizim studiyamızda Вернадский адана Кырым Федераль Университетінің грифоны жима тахымының баш эдманчысы Валерий Ходорченко ве Вернадский адана Кырым Федераль Университетінің грифоны жима тахымының ойынчылары Владислав Крушельницкий ве Алексей Звеков. Доброе утро. Доброе утро. И с праздничком вас. Вы знаете, что сегодня день баскетбола. Знаем. Да. И вас с праздником. Мы хотели вас поздравить, но вы нас опередили. Да, но мы, как можно сказать, более причастны к этому делу. Так что, конечно. Как вроде как хозяева этого дела. Ну что, как настроение праздничное? Настроение праздничное. Почему праздничное? Видите, даже новогоднее. Да. Мы только вчера прилетели из Санкт-Петербурга и выиграли две игры, там, то есть топовые две игры, которые нас выводят в топ. Это были наши две последние игры этого турнира. Ну, и раз выиграли, значит, уже праздничное настроение. Так, что за да, и там тоже мы приехали, там погодка была не очень такой, слякоть была все. А вчера именно ночью такого минус 9 и снежок. Вот тогда мы прилетели, у нас здесь тоже вроде как слякоть. А сегодня встали и опять тогда снежок. То есть... Привезли погоду. Праздник у вас хорошее настроение. Вернулись с победой. Да. И погода соответствующая. Да. А как обычно отмечаете этот праздник, День баскетболиста? Ну, День баскетболиста, вот у нас сегодня будет тренировка и игра на первенство Республики Крым. То есть, так, на площадке. То есть, как и в любой другой день? Как и... Нет, игра – это праздник. Тренировки – это как бы будни, а игра – это праздник. Как для вас прошли вчерашние соревнования? Да, хорошо прошли, главное, выиграли. Долго к этому готовились, очень важные игры были. Все получилось, вышли в группу топ, будем играть с сильными командами. Ну, Владислав, так у нас это звезда, он попал на матч звезд. Вы знаете, так что мы участвуем на первенстве России среди студенческих команд, там 800 команд, и все-таки попасть на матч звезд в число 12 или 15 человек, это... Хороший показатель. Конечно. Ну и последняя игра, мы играли с местной командой, которая называется «Зенит ЛГУ». Само название «Зенит» уже говорит о себе. И они хозяева. У нас не было ни одного поражения, и у ребят из Петербурга не было ни одного поражения. Мы их обыграли, и мы стали первыми, и мы прошли дальше, они остались на том же месте, где они и были. И Владислав в этой игре забил 40 очков. Это много. А всего мы забили 85. Половину он, как говорится, прошел так, на вдохновение. То есть на вдохновение. Стоит половину команды. Да. Ну, в этот день стоит, да. Правда, у нас нет цены-то, но он стоит. Алексей, а как давно ты занимаешься баскетболом? 8 лет уже. 8 лет? Да. А в команде «Грифоны» уже сколько лет? Второй год. Второй год? Да. Какие успехи за это время? Я думаю, у тренера надо спросить. И успехи. Он видите, так скромничает, сам не оценивает себя. Ну, какие успехи? Он закрепился в основном составе. У нас, так, например, 18 ребят, а выезжаем мы обычно 10-12 человек. Нам попасть в основной состав. Он закрепился в основном составе. Если будет так дальше продолжать, то, я думаю, у него есть возможность... повышать свой уровень, ну, вы знаете, у нас они учатся, а вечером тренируются, ну, и, наверное, играют. И он к нам приехал, кому можно сказать, у нас соотечественный, ДНР. Ух ты. Мы знаем, в баскетболе, так же, как и в футболе, есть позиции. Например, в футболе есть нападающие, есть защитники, полузащитники. Что касается баскетбола, какие есть позиции в баскетболе? Мы знаем, Владислав, нападающие. Да. А что еще? Я разыгрывающий. Есть? Первый номер. Задерживающий? Разыгрывающий. А. Угу. То есть там немножко по-другому, чем в футболе? Ну, делится, в принципе, 5 человек. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый номер. И первый номер – это разыгрывающий. Второй – атакующий защитник. Третий – нападающий. Четвертый – тяжелый форвард. И пятый – это центровой. То есть обычно самый высокий парень, который… Центровой из Поднебесья, даже фильм был такой. Про этого парня. Есть ребята, вот, например, мы были сейчас в «Зенит», и, а там был парень, такой 2,20 ростом.
Ух ты! Ого. Да, это так гулливер, можно сказать. Ну, у нас в этом году тоже добавился парень, вот Лешин земляк, с ДНР приехал 2.10. Он единственное, что его надо подкормить, у него 75 килограмм. А это так вообще честно играть, когда твой противник ростом в 2.20? Мне кажется, такому парню и проще забивать. Не, вы знаете, это очень демократичный вид спорта. Тут могут играть и маленькие. Есть люди, которые играют так, в баскетбол по 1.61 в НБА. То есть миллионеры, которые у людей меньше миллиона контракта не бывает. И есть люди, которые играют по 2.20, по 2.30. Так что это... Есть такая... По 130 килограмм, а есть вот такие по 75. Так что это очень демократичный спорт. Это не делится как в боксе, там в борьбе. Твоя категория, свой вес. Помимо баскетбола, занимаетесь ли вы еще другими видами спорта? Может быть, как-то поддерживаете себя в тонусе? Спортзал, качалка? Ну, если только спортзал. А так, времени нет особо. Учеба, да, тренировки по баскетболу. А вот летом можно другой вид спорта попробовать. Вот текущий год уже подходит к концу. Если подвести итоги, как он прошел для вас? Как проходит? Ну, вы знаете, это, в принципе, он проходит то, что мы планировали, все у нас получается. То есть мы планировали попасть в топ. Я еще ребятам сказал, так, сегодняшняя игра решит наша работа за многие месяцы. Так что надо... Победа, как говорится, подведет наши. Мы попали в этот. Мы идем на первом месте в Южном федеральном округе. Мы идем на первом месте на первенство Республики Крым. В принципе, все нормально. Нас только единственное, что волнует сейчас, это после 25 декабря, когда уже так у нас игры прекратятся, сессия. Тут надо ребятам немного напрячься тогда. И они же от сессии до сессии живут весело. А потом уже надо... Надо решать вопросы. Почему еще решать вопросы? Потому что на студенческой лиге допускаются игроки, которые сдают сессии, которые не имеют задолженностей. Тяжело ли совмещать баскетбол и вот учебу? Тяжеловато. Понимаем, тяжело. Потому что по две тренировки в день. И с учебой важновато справляться. Возможно, некоторые преподаватели относятся снисходительно, зная о ваших достижениях, и могут так автоматом поставить оценки. Ну, это есть. Бывает такое? Да. А учитесь вы в каком направлении? Я на химии. Я на физвоспитании. То есть Алексею так. Проще, он и так да. На физкультуре. Да. Не, я вам не скажу, что это нам проще, да. Там же таких, как Алексей, все. И тоже все приходят, и все мы там на соревнованиях, мы там мастера спорта выполнили, мы там это, не это, все. А предметы-то и английский, и социология, и экономика есть. Так что тут такой вопрос. Наоборот, так вот, по идее, ребята, которые на экономике учатся, так вот, видите, на химии, так, а тем наоборот, тем да, вот они спортсмены, потому что они там обычно, ну, не в единичном случае спортсмены. Физкультурники-то есть, а спортсмены. А там все спортсмены, там они. Им труднее, может быть, даже быть. А как складывается вот карьера участников команды «Грифоны»? Это же команда состоит из студентов КФУ. Да. Вот они заканчивают университет, а дальше уже вот после «Грифонов» идут в другие команды, наверное. Вы знаете, они идут в другие команды, даже когда учатся у нас. Вот у нас в этом году парень Тимохин Саша, он просто нас, можно сказать, что подвел. Мы надеялись, он уже был на сборах здесь, все, а потом говорит, я уезжаю в Москву. И меня пригласили в Московский институт, один из московских институтов. Но ясное дело, что все хотят поехать в Москву, в Ленинград. Вот так это. Ну, а так, в принципе, кто ставит себе цель? Есть ребята, которые не ставят цель, то есть они учатся, получают профессию, и потом дальше оно у них как хобби. Уже они будут работать и вот играть там по любительскому, наверное, первенство Республики Крым за какую-то команду. У нас там 15 команд. Это. А есть, которые хотят играть. Вот я думаю, что Крушельницкий, наверное, попробует себя в Суперлиге. В Суперлиге 2, в Суперлиге 1, я думаю, что надо себя попробовать. Вот, как говорится, работать еще потом успеет по своей специальности. Владислав, Алексей, уже вот поступали ли предложения там, о смене команды? Лично мне нет. Мне поступали этим летом. Но ты предпочитаешь оставаться в Грифоне. Ну да, я решил.
прославить доиграть команду. Да. Он решил так быть первым парнем на Республике Крым, чем последним в Москве. Это здорово. А какие планы на следующий год? Ой, на следующий год, ну, планы, как всегда, у нас, чтобы сохранить, ну, самое большое, что должно быть, это, конечно, сохранение команды. Чтобы команда у нас осталась, подросла молодежь, чтобы к нам-то ребята поступали с различных регионов. Это мы уже тоже как делаем, этой командой мы делаем имидж нашего университета. К нам хотят уже сейчас уже есть заявки на просмотр приехать, хотят учиться и играть за университет. Ну и в принципе у нас это базовая команда, сборная команда Крыма, то есть учиться, играть за Крым. Ну что ж, спасибо вам большое за интересную беседу. Желаем дальнейших побед. Ждем еще в нашей студии. Какие будут пожелания нашим телезрителям? Ну, какие пожелания? Любите спорт, занимайтесь спортом. И всех с наступающим Новым годом. Спасибо большое, Владислав. Заниматься спортом. Приходите к нам на игры. Да. Это одна из самых лучших игр в мире с мячом. Баскетбол. Сегодня это как баскетбол переводится с английского, помните? Баскет — это корзина, да, бол — это мяч. О, что-то да, помню. Да, корзина и мяч. А с чего началось? Так, прибили корзину, начали бросать туда. Джейс Нейсмит. Так что еще раз вас тоже спасибо вам за то, что вы нас пригласили в этот праздничный для нас день-то. Ну, мы что надеемся, что этот день пройдет у вас не только с репетициями, не только с тренировками, но еще и успеете отдохнуть. И будем снова ждать вас у нас в студии. Спасибо, приглашайте, будем приходить. Что более субъектом условно кельдо, ойна ханда лафеттек, спорт ханда лафеттек, сайгулдослар, атта более баскетбол, ойна джаган кельдо, бу субеттен сон, белькі сызың бойлы имкеаныңыз бардыр, мен белесем бу фырсатыны качырмаңыз, бұл сесешімді біртенефіс япамыз, вес субеттіміз соңына кельдо.